Йоу, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Rusty Lake Hotel. Так, ладно, у нас новый день настал. Да, одна звезда. Подождите, значит, я должен там был все найти? Я не нашел ни красное вино, ни помидоры. Кровь, может быть. Ладно, не суть. Значит, здесь я брать ничего вообще не могу. Значит, все-таки да. Все было в его комнате. Ну, ладно, тогда с остальными будем делать все на 100%. Комната номер 3. Мисс Павлин. Комната номер 3. Мисс Павлин. Так, рецептик. Виц вин, короче, белое вино. А, вот это индюшечья грудка. И тюм. Тюм, я не знаю, что это. Это не ойл. Не оливковый. Так, ну это нужно опустить по-любому. А, это вытирать. Хорошо, здесь еще рано. Вот эта жидкость. Какой-то, походу, театр. Так, первый ингредиент есть. Ну-ка, ну-ка. Так, грудка фазана в белом вине с тимьоном. А еще я просто название сверху не прочитаю, а я эти перевожу. Ну ладно. Так, время нам еще неизвестно. Это тоже вижу рано еще. Rusty Lake. Короче, тоже приглашают. Ага. Леди в синем. Мистер Кроу, мистер Овал. Короче, нам нужно Леди Кристалл замутить сначала, да? Эти открываются? Так, поехали. Это рамка, это ключ. Думать. Чего-то не хватает, да? Не хватает. Так. Сюда могу сразу? Нет, не могу. Сухая стеклянная тарелка. Ага, то есть это взаимодействие с этими предметами. Хорошо, здесь нам, значит, ничего еще не нужно. Ну ладно, поехали. Ящики. Кисть. Купа. Спички. Ключ отсюда? Нет. Ключ не отсюда. Что это за рука? Что это за рука? Ладно, это жидкость. Нужно щеткой? Да. Так, не нажимается, и фигурки какие-то. Тоже пока что с этим ничего не сделать. Так. Опа, свет загорелся. Хорошо, что там у нас еще было? Ровное. Может... А, ключ, точно. Шапка. Оденьтесь. Хорошо, когда загорается, значит все правильно. Улыбочку. Чего-то не хватает. Чего не хватает? Увеличительное стекло.
Чего не хватает? Вот-то жидкость. Серы не хватает, как вариант. Ладно. С этим я пока что тоже как бы ничего сделать не могу. А, сухая. Точно, что проявлялось. Все мокрое. Так, это она. Отлично. И... Так, круг, треугольник S. Тут уже есть фото. Так, сюда фотку. Круг, треугольник S. Так, круг, треугольник S. Маска ворона. Маска ворона, маска ворона. Ров. Две ровные просто линии. Хорошо. Раз. Два. И оденьте маску. Так, теперь поворачиваемся. Совываем. И... Так, там, по-моему, что-то было, да? Или мне показалось? Там точно что-то было. На картинке. Время. Я ж могу, да? Да, могу. Короче, 3 часа и 30 минут. 3 часа 30 минут. 3 часа. Блин, теперь кликать вот это. Хорошо. Большая скалка. Так, хочу еще здесь посмотреть. Тоже работает? Да, ну это ладно, неважно. И так видно. Без лупы скалку, скорее всего, сюда маленькую нужно, да, дать? О, сверху что-то идет. Топорик. Там что-то есть. Небольшой факел. Поджечь. Ключ. Так, последний ключ. Маска совы. Так, буква В. Over. Так, значит, отсюда, короче... С угла начиная рисуем. Но с этого. Там же с этого было? Кажется, да. Блин, не похоже. Так, 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 так. Так, маску вам. Принесите фотографию, пожалуйста. Фотографию, подожди. Что я еще не нашел? Белое вино. Я не нашел белого вина. Вот что я не нашел. Так, где? Так. Что, именно ей принести? Какую тебе фотографию принести? Я просто немножко не понимаю. Теперь мне нужно их как-то в каком-то порядке ставить? Либо что? Стоять! Где сова? Ага. То есть с угла вниз... 4, 3, 4. Один через одну. Так, хорошо.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре и через одно. Вот так. Да? Да, поехали. Ключ. Так, шкатулка у нас была на столе. Шкатулка, ключ. Пистолет. Так, хорошо. И последнее фото. Отлично. Трынь. А, все, да, новый рассвет. Опять я не все собрал. Надеюсь, белое вино я смогу здесь найти. Вот честно. Извините, поздно использовать этот ингредиент. Знаете что? Поздно использовать. Тут его не было, потому что она его пила. А, то есть, если я хочу пройти на 100%, мне нужно теперь в правильном порядке их грохать. Круто. То есть сначала мне нужно было грохнуть голубя, потом грохнуть вот эту петушинку, и потом уже это. А, я понял. Ну, если так, знаете, это немножко неправильно. Я же не думал, что они все будут. Готово. Наступает ночь, гости идут по своим комнатам. Ну, короче, как-то так. Давайте поэтому на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.